Развитие программы рыбоводства в республике обсудили на заседании проектного офиса. Профильный министр Казбек Вазиев доложил, сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии подготовили проект программы рекомендаций по размещению на территории республики хозяйств аквакультуры. Программа включает в себя ряд исследований всей территории региона. К экспедициям приступят в марте. По поручению Вячеслава Битарова была создана рабочая группа. Ее задача – определение инвестиционных площадок по рыбоводству. Также глава региона поручил заняться подготовкой кадров. Целевые направления в вузы будут выделять по тем специальностям, которые особенно нужны республике. Вот тех, кого в республике нет, надо обучать. И в частности, вот касается рыбоводства. Вы учтите это, пожалуйста. Теперь уже закон обязывает тех, кому мы даем целевое место, вернуться в республику. И помогите Ирине Султановне и договаривайтесь с этими вузами, которые готовят рыбоводов.